И вновь всем здравствуйте и добро пожаловать на чемпионат Европы по велоспорту. Мы с вами в голландском Алкмаре, и пришло время элитной мужской гонки с раздельным стартом, которую, собственно говоря, сейчас мы с вами и будем наблюдать. 31 девушка вышла на старт несколькими часами ранее. Эллен Ван Дайк четвертый раз подряд одержала победу на чемпионате Европы. Что касается мужчин, то 35 фамилий значится в стартовом протоколе. Ну и нам показывают, что Алекс Даусет представляет Грецию. Это, конечно же, неправильно. Даусет представляет Британию. Национальный чемпион, между прочим, Британии в гонке с раздельным стартом. Гонщик команды Катюша Альпицен. Вот Ив Лампард последним отправится на дистанцию. Бельгийский гонщик. Но что касается бельгийцев, то они будут замыкать эту группу раздельщиков, поскольку два последних года Виктор Кампенартс побеждал на чемпионате Европы. Однако в этом сезоне Кампенартс чемпионат Европы пропускает. Он побил часовой рекорд на треке. Ну и, соответственно, есть возможность у других это звание перехватить. Первым чемпионом Европы в гонке с раздельным стартом стал Джонатан Костравьехо, испанец. Тогда, в 2016 году, в французском Плюмелеке он одолел Кампенартса и Морена Мозера. Ну и затем дважды побеждал Кампенартса. В 2017 году в датском Хернинге обошел Боднера и ирландца Малена. Ну а в прошлом году оказался сильнее Костравьехо того же и Максимилиана Шахмана. Стартует эта гонка с раздельным стартом, и первым на дистанцию отправляется у нас Андрей Василюк, представляющий Украину. Ну и будет давать ориентир для всех остальных. Мужчины стартуют так же, как и девушки, с интервалом в 1 минуту. И протяженность этой разделки, так же, как у девушек, 22 километра. Нетипично короткий маршрут, нетипичная короткая дистанция этой гонки с раздельным стартом. Но вот такое решение оригинальные организаторы решили тут преподнести. Потому что, например, в Плюмелике было 45 километров, 46 километров было в Хернинге, 45,5 было в Глазго, а вот тут всего 22. Тем временем Антон Воробьев, гонщик команды «Газпром Русвело», отправляется на дистанцию. Представляет он Россию. Ну, посмотрим, как у Антона получится эта разделка сегодня. Мы знаем, что, в принципе, он очень высокого уровня разделщик, но, к сожалению, полноценный переход из молодежных юниорских соревнований профессионала у него не получился. Между прочим, чемпион мира по молодежи в гонке с раздельным стартом. Ну, что касается больших фаворитов в начале, то, я думаю, надо будет обязательно оценить график Яши Сеттерлина, который сегодня с 7-м стартует. Потом, безусловно, интересно понаблюдать за итальянцем Эдуардо Афини и за датчанином Каспером Асгреном. Лангевельд в этом году неплохо ходит разделки. 13-м стартует Ремко Эвенпул, от которого всегда стоит ждать больших результатов. Ну вот если смотреть дальше, то Матиас Брандли, 24 номер, но на Вардаускаса даже не выделяю. В последнее время он совсем скромные результаты показывает. Людвигсон, 26-й. Барта, 29-й. Гана, 30-й. Ван Эмден, 32-й. Кюнг, 33-й. Дауса 34, Лампард 35. Ну, вот концовка, да, будет ударной. Ну, а вот и Каспер Асгрен. Один из теневых фаворитов сегодняшней гонки. Гонщик команды Deceuninck Quickstep настраивается на свой старт, который должен через 7 минут произойти. Пока Йоханнес Хиршенбихлер. Представитель Австрии Хиршбихлер
также отправляется на дистанцию. Ну, смотрите, какое колоссальное количество народа собралось к мужской гонке с раздельным стартом. Тут на улицах Алкмара. Да, во время старта девушек тоже было немало, но тут, конечно, совершенно другой уровень и совершенно другой интерес. Идем далее. Француз Карентин Эрмино. Достаточно неплохого уровня гонщик, если говорить об Эрмино. 23 года, представляет команду Vital Concept, PNB Hotels. В этом году на национальном чемпионате Франции в гонке с раздельным стартом стал 15. Если честно, не очень. Я понимаю, почему именно его выбрали в качестве гонщика, который будет представлять Францию. Ну, посмотрим, может быть, получится у него неплохой результат показать. Войцех Жилковский тоже далеко не сильнейший польский раздельщик. Выступит тут, но сильнейший это, наверное... Ну, совсем недавно, буквально час назад, завершилась гонка по молодежи категории до 23 лет. Тут же, в Алкмаре, тоже разделка. И победу одержал датчанин Йоан Прайс Петерсон. Причем обошел он двукратного молодежного чемпиона мира Микеля Бьяо, обошел на 11 секунд. Третьим стал Штефан Биссегер из Швейцарии, затем два норвежца Иверион Кноттон и Андреас Легнесунд. Продолжают выходить на старт гонщики. Вот как раз Яша Сеттерлин, о котором мы говорили, сейчас появляется на дистанции. Но вот за Сеттерлином нужно будет уже внимательно следить, потому что вполне может он очень-очень неплохой результат показать. Ремко Эвенпул настраивается на свой старт. Новоиспеченный победитель классики Сан-Себастьян, 19-летний вундеркинд из Бельгии. Как многие говорят, один из самых талантливых гонщиков за последние 20-30 лет, что появлялись на юниорском уровне. Вот Эдуардо Афини отправляется на дистанцию. Thank you.
традиционной, конечно же, синей форме. Гонщики, представляющие Италию. Хорошая погода в Алкмаре. Единственное, конечно, то, о чем изначально говорили, это очень-очень сильный ветер. Когда выезжают гонщики из города, я думаю, когда нам покажут промежуточную отметку, вот там особенно это будет видно и понятно. Ветровая обстановка очень и очень суровая. И более габаритные, мощные разделщики, мне кажется, тут определенное преимущество получают. Но посмотрим. У девушек как таковой сенсации никакой не вышло. Две голландки на подиуме, немка между ними на второй позиции. Ну а это Каспер Асгрен, за которым нужно очень внимательно наблюдать. Вторым на туре Фландрии в этом году был этот молодой датчанин. Ну, по сути, второй такой сезон у него серьезный, на серьезном уровне. И сразу же Асгрен дает очень приличные результаты. Хотя когда-то казалось бы, что уже ничего толкового из него не вырастет. Просто переход в Quickstep из коллектива под названием Vio. До этого выступал за датский Virtu Cycling. И ничего выдающегося не показывал. И вот после перехода в Quickstep сразу начал давать невероятные результаты. На разделке Tour de France в По был восьмым, что, безусловно, очень неплохой результат. Еще на одном этапе был вторым. Выиграл национальный чемпионат Дании в гонке с раздельным стартом. Ну и в целом Асгрена я бы назвал как минимум претендентом на подиум сегодня. Ну а сейчас на старт вышел Себастьян Лангевельд. Совсем немного Лангевельду в этом году не хватило для того, чтобы стать национальным чемпионом Голландии в гонке с раздельным стартом. Действительно, очень хорошую разделку он там прошел, но уступил 8 секунд все-таки уступил Йосе Ван Эмдену, которого сегодня мы тоже увидим. Безусловно, голландцы на домашний чемпионат Европы не могли не привести сильнейший свой состав. Вот Лангевельд, Ван Эмден. Я думаю, кого-то мы обязаны из них будем сегодня увидеть на подиуме. Хотя может так сложиться, что и ни один из них на этот подиум и не поднимется. Клауди Имхоф, в первую очередь трековый гонщик, представляющий Швейцарию. Отправляется сейчас на дистанцию. Имхоф часто выступает на коммерческих шестидневных трековых гонках. И мы там его тоже видим. Наш телеканал обычно их показывает. Ну, а нам сразу же показывают Асгрена, намекая, что это едет один из серьезных претендентов на медали сегодня. Не самая типичная посадка у Асгрена, но мы знаем, что мощность он развивает феноменальную. Ну, а вот и Ремко Эвенпул, с виду миниатюрный, ничем не примечательный подросток, на деле настоящая машина, которая сметает все на своем пути. Какое-то невероятное количество сил в этих ногах и раз за разом доказывает, что даже в 19 лет для него нет ничего невозможного. Повторюсь, сильный ветер боковой на центральной части этой гонки, ну, по сути, большую часть этой гонки. Это не совсем то, что, на мой взгляд, подходит Эвенпулу, но я уже даже не знаю, чего ждать. Не удивлюсь даже и победе Ремко сегодня, но шансов на это не так много. Он один из фаворитов, он претендент на медали, безусловно. Но взять сходу и выиграть чемпионат Европы, это, возможно, будет даже еще сложнее, чем вот так вот сходу взять и выиграть классику Сан-Себастьян, что он буквально неделю назад и сделал. Не боится рисковать Ремко. Очень настроен он. Конечно, бельгийские гонщики пребывают в особенности в состоянии такого некоторого шока после трагичных событий с тура Польши и гибели Бьорга Ламбрехта. Но что касается Ремко, то он настроен как никогда.
и его мысли исключительно сейчас о прохождении этой разделки, о деле. Ну вот как раз этот участок, и посмотрите, насколько сильный тут ветер. Приближается первый стартовый номер Андрей Василюк к промежуточной отсечке. Ну и сейчас задаст график для всех остальных. После Эвенпула небольшая будет такая пауза с точки зрения стартовых больших фаворитов. И будем дожидаться мы уже следующей группы большой. Ну вот Данбор 22-й, но Данбор с точки зрения разделки, конечно, это слабо перспективно. Ну вот потом Навардаускас, Брандли, это уже поинтереснее. Но у нас тем временем первая небольшая пауза. Возвращаемся на дистанцию чемпионата Европы. Мужская элитная гонка с раздельным стартом. Каспер Асгрен по-прежнему на наших с вами экранах. Потихоньку приближается к первой промежуточной отсечке. Владислав Куликов. Следующее на старте. 17 номер у него, 19 по порядку на старте. Еще один представитель России, представитель «Газпром» Русуэлла. Ну и вот примерно через 4-5 минут вторая элитная группа пойдет. Ну вот буквально сдувает Ремко на дистанции, посмотрите. Еще и использует задний диск при сильном боковом ветре. Это далеко не факт, что лучшее решение. Мы видим, что диски используют подобные далеко не все, но смотрится точно красиво. Так, Сеттерлин по графику Желковского на первой отсечке. Но, кстати, Сеттерлин, если и обойдет, то обойдет незначительно. Я ожидал, что он установит прям серьезный график. Но, возможно, Яша сегодня не в лучших кондициях пребывает и даже проигрывает. Смотрите. Средняя почти 56 км в час. У девушек тут было в районе 52, но потом падало к финишу до средней в районе 46-47. Ну, соответственно, я думаю, что лучший график у мужчин сегодня будет со средней скоростью в районе 50 км в час. Еще один представитель Украины, Александр Головаш. А вот дальше как раз Эдди Данбар. В воскресенье у мужчин будет элитная групповая гонка. И вот там как раз-таки интересная спринтерская борьба ожидается. Все топовые спринтеры планируют принять участие европейские. Ну а Афини, вот кто действительно лучший график устанавливает. Афини хорош. 58 км в час, почти что средняя. Летит буквально Афини. Потрясающе. И почти 30 секунд преимущества. Очень хороший ритм от Афини. Посмотрим дальше, как Асгрен ответит. Тоже Асгрен уже близок к промежутку.
Есть ощущение, что чуть-чуть помедленнее Асгрен. Хотя это спорный вопрос. Смотрите, 20 секунд еще в запасе Асгрен, а он уже приближается к отсечке. Будет, скорее всего, первым. Да, будет первым. И даже с небольшим запасом. Хорош Асгрен. На 7 секунд быстрее. 58,5 средняя. Невероятные скорости, конечно, но это все при попутно-боковом ветре. Вот сейчас, после небольшого поворота, ветер сменится, соответственно, на встречно-боковой, и там, конечно, темп будет несколько иной. А тем временем Ремко Эвенпул тоже близок к промежуточной отсечке. Я думаю, на ней нам еще Лангевельда обязательно должны показать. Учитывая, что это голландский гонщик, пропускать его было бы неправильно. Техника педалирования Эвенпула, конечно, пока далека от идеала с точки зрения гонки с раздельным стартом, как и посадка, но мощи ему не занимать. Видимо, Лангевельда не стали на промежутке показывать. Сделали акцент на молодой звезде в виде Ремко Эвенпула. Да с какой скоростью он в эти повороты входит. Ух, как опасно сейчас было. Очень рискует Эвенпул, но изучил, видимо, маршрут достаточно хорошо и знает, где может себе позволить этот риск. Вот он, Лангевельд. Было неприятное падение у Лангевельда на Тур де Франс. И, возможно, не слишком хорошо он успел восстановиться. В целом, да и форма наверняка сейчас не пиковая. Тем не менее, Лангевельд устанавливает третий график. Но проигрывает, как мы видим, больше 30 секунд графику Асгрена. Это, конечно, многовато. Маттиас Брандли уже также на дистанции. Очень неплохой специалист гонок с раздельным стартом из Австрии. Тоже сегодня может рассчитывать на неплохой результат. Ну а Фини тем временем догоняет по дистанции Михала Шлегеля, представителя Чехии. Ну и то, что только сейчас Фини это делает, говорит о том, что сам Шлегель тоже неплохую разделку идет. Ну а вот и Ремко на промежутке. Смотрим на график. Ух ты, Ремко буквально летит. Но были уже проблемы у Ремко на разделках, то, что он слишком резко начинал. И потом не мог удержать такой темп. Но пока он на 8 секунд быстрее Асгрена. И 59,2 средняя скорость. Феноменально. Просто феноменально. Проходит Афини сейчас Шлегеля. Тут немного работает ему в спину. Конечно, 10 метров никаких тут нет, но я думаю, что такой временный момент. И Афини продолжает уезжать дальше. И вот тут, конечно, ветер очень сильно мешает. И даже, по сути, не поднимает голову Афини. Хотя, с точки зрения аэродинамики, сейчас подобного рода шлемы делаются так, что при взгляде вперед наилучший эффект достигается, но эти силы еще надо найти, чтобы голову приподнять. Тут Ян Барта готовится к старту. Тут же Мартин Тофт Мадсен. Тоже скоро должен отправиться на дистанцию.
Ну, а это Ремко Эвенпул продолжает идти свою дистанцию. Может быть, как раз такая дистанция 22 километра Ремко даже чуть больше подходит. Хотя тяжело говорить о каких-то предпочтениях Ремко. Он справляется абсолютно на любом участке, на любой дистанции. Небольшие проблемы в этом году были только в самых больших, самых серьезных горах у Ремко. И то это, возможно, из-за возраста и недостаточного опыта. Ну, потихоньку приближаемся мы к финишу. Я думаю, совсем скоро покажут нам, как Андрей Василюк финишную черту пересекает. Ну вот как раз, буквально услышав мои слова, видим мы, что Василюк уже на финишной прямой и устанавливает график для всех остальных. 27 минут и 29 секунд. Средняя скорость чуть ниже 49 км в час. Ну, а это Штефан Кюнг, один из фаворитов сегодняшней разделки. Вот ему как раз в плане мощности и роста должно быть достаточно комфортно в таких условиях. Но пока Ян Барта. Но вслед за Барта еще одна интересная фигура — Филиппо Ганна. Отправляется на дистанцию. Интересным образом тут в Алкмаре построена трасса. Ну и, конечно, людей вдоль обочины просто-напросто колоссальное количество в Голландии. Привыкли жить велоспортом, и для них это очень-очень большое событие. Что касается Филиппо Ганны, то у него с темповыми качествами все хорошо, и на треке в том числе. На гонке преследования он традиционно чувствует себя уверенно. Ну а это Каспер Асгрен. Видели мы, что прошел он по дистанции. Точнее, Афини прошел по дистанции Шлегеля, и Асгрен тоже к нему приближался. Кстати, может быть, уже тоже прошел. Посмотрим. Ну вот как раз Мартин Тофт Мадсен. Вслед за ним отправится на дистанцию Йос Ван Эмден. Затем Штефан Кюнг, Алекс Доусет и Ив Лампард будет замыкать стартовый протокол своим стартом, своим... Но что касается Лампарта, то, конечно, достаточно опытный разделщик. То, что он пройдет дистанцию ровно, практически нет сомнений. Но хватит ли у него сил в ногах для того, чтобы соперничать с такими гонщиками, как Асгрен, как Эвенпул, тот же его же соотечественник. Но тем временем на финише, показывавший неплохой график, Войцех Жилковски.
Kaczynski from Poland on the way to the finish line. Ну и всего на 5 секунд быстрее Жилковский, нежели Эрмино. Средняя выше 50 км в час. А вот и Йос ван Немден. И посмотрите, как встречают лидера голландской сборной в гонке с отдельным стартом местные болельщики. Но ван Немден и без шлема был бы достаточно аэродинамичен. Но понятное дело, что... Сейчас без шлема никого на гонке уже не выпустят. И это все события давно, минувших дней. Да и на разделку, на самом деле, никто бы без шлема и сам не вышел. Предоставь такое желание, даже с точки зрения аэродинамики. Даже тот же Ван Эмден. Саттерлен немного добавил на втором участке. Почти 51 км в час среднее. И он на данный момент становится лидером. Но уже совсем близко, где-то должен быть в районе финиша Эдуардо Афини, который, скорее всего, установит новый лучший график. Собственно, этого момента мы и ожидаем. Вот он, Алекс Доусет. Представитель Великобритании. Ну вот да, забавно то, что у Приса Петерсона, лидера и победителя гонки с раздельным стартом в категории до 23 лет, молодежной, на промежуточной отсечке результат был 13 минут 13 секунд, а вот у Ремко Эвенпула 12:34, то есть почти на 40 секунд быстрее, при том, что Эвенпул еще, по сути, 4 года, ну 3 минимум, мог бы выступать в этом зачете до 23 лет. Невероятное доминирование. А в прошлом году Эвенпул уступал еще в категории юниорской. Афини на финише. Был лидером, но Асгрен его потеснил. На 3 секунды быстрее оказался Каспер. Но Асгрен молодец, хорошая разделка. 53,3 км в час средняя. Очень и очень неплохо. Ну и теперь ждем Лангевельда и Эвенпула. Проходит по дистанции Имхоф, а Эвенпул, сравните габариты. Настоящие мощные данные трековика, темповика, хорошего раздельщика Имхова и... Абсолютно миниатюрный Эвенпул, тем не менее, который развивает такие мощностные данные, которые Имхову, похоже, даже и не снялись. Вот он, Лангевельд на финише, но я думаю, что и Асгрену, и Афини он проиграет. А вот Сутерлена должен обходить, и на промежуточное третье место поднимается Себастьян Лангевельд. Неплохая разделка от него. Тем не менее, почти 40 секунд уступила на Асгрену. И вот интересно, сумел ли удержать высокий темп, который показывал до этого на всей дистанции Ремко Эвенпул. Брандли вроде и неплохо, но больше 30 секунд отставания от Эвенпула на промежутке. Ну что, ждем на финише Ремко. Вот он,
Уже показывается еще одно ускорение. Старается сохранять максимально аэродинамичную посадку, но тяжело. Она уже ломается у него вовсю. На сверхпреодолении едет сейчас Ремко. И ждем появления графика. Пока не дают нам его. Ух ты, какой запас! Ремко буквально уничтожает соперников на этой разделке. Еще одно ускорение. Из 25 минут результат. 24.55 и почти 54 километра в час средняя скорость. Но это как минимум на медали заявка. Это самый-самый минимум. Килограмм, если не ошибаюсь, весит Эвенпул, если не меньше. Это, конечно, уникальный темп. У нас тем временем еще одна небольшая пауза, после которой вернемся. Возвращаемся мы на дистанцию чемпионата Европы в гонке раздельным стартом. Ремко Эвенпул установил лучший график на финише. 24 минуты и 55 секунд. Лучше у него график пока и на промежутке. Ну, Барта больше 40 секунд уступает на промежутке. Да, конечно, развитие Эвенпула потрясает. Да, он выиграл по 7-8 минут на юниорских гонках, там, еще год назад. Да, год назад на юниорских гонках человек выступал, выигрывал на разделке чемпионата мира юниорской. Сколько там, 3 минуты он выиграл или что-то в этом роде. На групповой гонке чемпионата мира упал в самый неподходящий момент, вернулся, всех обогнал и еще 3-4 минуты всем накинул. Ну, это, конечно, абсолютный уникум. И, похоже, никого он не собирается замечать и дальше. Потому что ворвался он в профессионалы, немножко так присмотрелся и теперь начинает разрывать их точно так же, как разрывал юниоров еще год назад. Показывают нам, безусловно, одного из тех, кто может замахнуться на график Эвенпула. Это Штефан Кюнг. Ждем его на промежутке. Ну и вот Ван Эмден приближается к промежутку. Ведут по графику Эвенпула. И уступает Ван Эмден Эвенпулу, причем уступает прилично. Больше 10 секунд будет проигрывать. Но, может быть, вторую часть Ван Эмден сумеет чуть получше пройти и там наверстать. 22 секунды на данный момент. Tom Wittgen.
А теперь Штефан Кюнг. Ну, интересный момент. Что там Кюнг? Кюнг чуть получше. Но 14 секунд отставания. Вот он, Ремко Эвенпул, рядом с Каспером Асгреном. Два молодых гонщика, которые ворвались буквально в этот сезон. По-моему, Асгрен уже знает, кто выиграет. Ну, на всякий случай подождем Даусета и Лампорта на отсечках. Но, по-моему, тут все уже достаточно ясно. Итак, Доусет. Ну, кстати, не так плохо, судя по всему, для Доусета. Да, вообще хорошая разделка. Ну, сколько? Секунд 20, наверное, даже чуть меньше будет проигрывать Эвенпулу. Молодец, Доусет, 14 секунд всего-навсего. Отличный график. Доусет претендует на медали. Тем временем Лампард тоже какой-то момент еще вели по графику Эвенпула, но будет проигрывать более 10 секунд. Но вот за второе, третье места борьба интересная. Что касается борьбы за победу, то тут в целом все понятно. Будем объективны. Эвенпула в данный момент не остановить. Ну и вот окончательные результаты на первом промежутке. Эвенпул 9 секунд, Асгрен 14 секунд проиграли Доусет, Кюнг и Лампорт. Вот если Эвенпула вынести за скобку, то все более-менее равно и близко. Данбор тем временем на финише. Ван Эмден пытается принести своей сборной медаль, но уже очень и очень ему тяжело. Но вот признанный раздельщик Кюнг идет неплохую гонку, но все они не способны абсолютно противопоставить что-то Ремко Эвенпулу. Брандли шестой на финише. Более минуты отставания от Эвенпула.
Вот Афини немножечко нервничает, понимает, что его место на подиуме под вопросом. Так же, как и Асгрен, я думаю. Нервничает, похоже, только Эвенпул, который уже осознает. А может быть, он понимал еще и до старта, кто станет победителем этой гонки. Йоан Пайо на финише более минуты отставания. Ну вот отличная разделка потенциально от Доусета. Я, если честно, даже немного удивлен такой прыти. Я был немного удивлен, когда он выиграл национальный чемпионат Британии. Но там еще ладно. Но если он и сегодня в тройке окажется, это будет действительно большое достижение. Доусет был очень силен в Твиттере в этом сезоне. Активно раздавал комментарии направо и налево. Вот на шоссе не всегда получалось. Тобайас Людвигсен тоже больше минуты отставания от графика Ремко Эвенпула. Но в целом на трассе это не так много гонщиков остается. Скоро увидим на финише Барту, затем Филиппа Гана. Но пока Мартин Блаблоцки. Тоже вписаться в одну минуту от графика Эвенпула у поляка не получилось. Но это Алекс Доусет. Классической версии каньона, подготовленного для гонщиков Катюши Альпицин. Ну, а это Штефен Кюнг. Держит неплохой темп. Кюнг умеет добавлять по ходу дистанции. Что-то Яна Барту на финише нам не показывают. Может быть, Филиппу Гану покажут хотя бы. Вроде как он шел на достаточно неплохой график. Ван Эмден, да. Давно не фигурировал у нас на экранах. Ну а вот и Филиппо Ганна. Должен быть в минуте от Эвенпула, должен уложиться. Да, и даже с запасом, может даже в 30 секундах оказаться. Ведут по графику Афини, Афини уступает. Кстати, уступает-то совсем немного. Кто знает, может быть, это потенциальная борьба за третье место между двумя итальянцами. Но Асгрен чуть поспокойнее задышал, но, правда, еще есть достаточно гонщиков, которые могут его потеснить с подиума. Пока Асгрен остается вторым.
вслед за Ганной на финиш должен прийти Мартинтов Мадсен. Ну, а вот затем вот эта вот четверка опасных гонщиков: Ван Эмден, Кюнг, Доусет и Лампард. Кстати, Лампарда нам зря не показывают. У него неплохой был график на промежутке. Ну, Айвенпул тут пытается сфокусироваться, не знаю. Может быть, по телефону с кем-то говорит, а с этой стороны не видно. Неужели так переживает? Нет, телефона, похоже, не оказалось. Видимо, действительно начинает верить то, что он буквально через несколько минут может стать чемпионом Европы. Достаточно адекватный график от датского разделщика. В принципе, большинство датских разделщиков пошли с трека. У них очень сильная там команда в гонке преследования. И индивидуальные ребята тоже смотрятся здорово. Ну вот за Мадсеном сразу же на финише показывается Ван Эмден. При идеальной разделке он, конечно, Мадсен должен был по дистанции проходить. Уже сейчас Ван Эмден уступает графику Эвенпула. Пока ведут по графику Асгрена. Давайте смотреть. Еще где-то 300 метров до финиша остается. Асгрену Ван Эмден уступает. А что Афини? И Афини проигрывает. И даже Филиппу Ганни он проиграет. Но вот как раз таки Мадсена должен обходить, и Ван Эмден пока только на пятой строчке. Не самая удачная разделка от Йоса Ван Эмдена. На очереди Штефан Кюнг. Но вот теперь Эвенпул, видя график Кюнга, понимает, что он как минимум в медалях, потому что Кюнг ему проигрывает. Но Кюнг, кстати, очень добавил. И похоже, Кюнг сейчас Асгрена, ну не знаю, как Асгрена, но похоже, что Афини потеснит или нет. Ох, как близко! Все-таки четвертый, по-моему, Кюнг. Да, четвертый. Афини удерживается каким-то чудом на подиуме, но выглядит абсолютно спокойно, как будто бы так все и должно быть. Эвенпул, который в двух шагах от победы, и который точно на подиуме, нервничает гораздо больше, чем Афини, которого чуть было с этого подиума не выкинули. Да и Асгрен, на самом деле, выглядит крайне спокойно. Ну вот сейчас Доусет. Смотрим на его график. Внешне немножко сбавил, конечно. Тем не менее, он умеет рассчитывать силы грамотно по дистанции. Ну что, неплохой график у Доусета. Финиш уже очень и очень близко. Асгрену проиграл. Был очень близок, чтобы потеснить Афини. Но в итоге пятый в одно время. Ну и Афини так поигрывает пустой бутылкой. Нервничает. Все-таки нервничает. Афини, конечно, для него место на подиуме тоже было бы очень хорошим результатом. Плотность на грани тройки, конечно, очень велика. Но Эвенпул, я думаю, теперь немножко успокоился. Если он и проиграет, то только своему же соотечественнику. Но он не проиграет. И он принимает уже поздравления от Афини. Я думаю, что Асгрен готов был его поздравить, как только увидел его график. По-моему, он сразу все понял. И вот Ремко Эвенпул не может поверить в свое счастье. Да, неделя получилась для Эвенпула просто феноменальной. В субботу выиграл классику Сан-Себастьян, а уже в следующий четверг стал чемпионом Европы в гонке с раздельным стартом. Лампард сильно сбавил. И в итоге тройка молодых ребят, которые с самого начала разделки сформировалась, это Эвенпул, Асгрен и Афини, она в итоге такой же тройкой и осталась. И поздравляют Эвенпула. Thank you.
Ну, по-моему, после Сан-Себастьяна не было такой реакции у Эвенпула, как после чемпионата Европы. Хотя я бы сказал, конечно, что на классика Сан-Себастьяна победа на этой гонке более ценное достижение. Но, видимо, для Эвенпула это значит что-то особенное. Да, очень эмоциональный момент для Эвенпула. Но тут еще, знаете, конечно, может сказаться фактор вот трагедии, которая с бельгийским велоспортом произошла в виде гибели Ламбрехта. Возможно, тоже это в голове у Эвенпула крутится. Но в любом случае, феноменальный результат от 19-летнего бельгийского гонщика. В то время, как обычно в этом возрасте пытаются вовсю перейти из юниора в молодежку и там показывать результаты, Эвенпул сделал колоссальный скачок, перепрыгнул все эти промежуточные категории и возраста и, соответственно, отправился в профессионалы, где уже начал наводить свой собственный порядок. Ну что ж, у нас тем временем небольшая пауза, после чего вернемся и будем наблюдать за церемонией награждения этого чемпионата Европы. Патрик Лефевр тут как тут поздравил своего подопечного, которого мертвой хваткой буквально зацепил еще в прошлом сезоне, не давая никому шанса перехватить, и сразу же колоссальный по срокам контракт для шоссейного велоспорта видел. Ну, хотя особо смотреть-то и видеть тут таланта не нужно было. Он сочился просто отовсюду, где Эвенпул участвовал. Но Лефевр все сделал грамотно. Не транзитом через какие-то фарм-клубы и второстепенные команды. А разом в главную команду, и Ремко его не подвел. Асгрен о чем-то общается с Софини. Но похоже, что это еще далеко не предел Эвенпула. Кто знает, может быть, на чемпионате мира в этом году мы его увидим. Ну и, наверное, в самую подходящую команду попал Эвенпул в мировом туре с точки зрения дальнейшего развития своего потенциала. Патрик Лефевр умеет растить больших гонщиков. И тот же Жюльен Алафилипп – это последнее и одно из лучших там подтверждений. In third place and the winner of the bronze medal op de derde plaats en de winnaar van de bronzen medaille Squadra Italia Edoardo Affini. Вот Эдуардо Афини, представляющий Италию, занимает третье место сегодня. Я думаю, отличный результат для него, и, может быть, он нам очень доволен. Вначале не подавал виду, но в конце было видно, что... И было очевидно, что хочет он эту медаль. Серебряная медаль достается Касперу Асгрену.
Великолепная разделка в исполнении этого датского гонщика. Вообще отличный сезон. И тоже видно, что колоссальный талант. И тоже явно еще не достиг своего максимума. European champion, time trial, elite man op de eerste plaats en de winnaar van de gouden medaille. Europees kampioen, tijdrijden bij elite mannen uit België, Remco Evenepoel! Ну и победителем и чемпионом Европы в гонке с раздельным стартом становится Ремко Евенпул. Да, конечно, эмоциональные последние дни для бельгийского велоспорта в целом. Ну и с этого дня год ровно календарный, точнее астрономически, будет Эвенпул на всех раздельных гонках с раздельным стартом в этой самой майке чемпиона Европы. Ну, кроме чемпионата мира, кроме чемпионата Бельгии, там вроде как выступают в майках команд. Точнее, в майках сборной на чемпионате мира и в майках команд на национальном первенстве. Ну и слушаем национальный гимн Бельгии. Ну что ж, вот так, подобным образом завершился чемпионат Европы в гонках с раздельным стартом в голландском Алкмаре. И Эвенпул говорит, какие же все высокие вы рядом со мной. 1.71 м рост Ремко. Конечно, на его фоне Асгрен и Афини выглядят очень-очень серьезно. Hij is gezond van jullie, maar Remco, dit is niet voor jou. En vooral als je een kampioen vorig jaar was, was hij de Europese kampioen. Dat is de
Ну а сейчас должны мы послушать интервью Ремко Эвенпула. Давайте посмотрим, что он нам расскажет. Ремко, what an emotional day today. Какой эмоциональный день. Well, it's incredible. Да, это невероятно. Last week San Sebastian and now this. It's, прошлая неделя Сан-Себастьян и сейчас чемпионат Европы. Да, не могу это поверить. You are going to be с утра ты мог поверить, что ты станешь чемпионом Европы? Because you won last year as junior. I told you вновь, потому что в прошлом году как юниор ты выиграл. Belgian cycling team, I'm going to take the stars for some stars in the sky, and I did it. So this is not my victory, this is the victory for Björk and first ну и конечно my, же говорит о том, что это победа не для меня, а для Бьорга Ламбрехта, потому что, конечно, очень была тяжелая ситуация была, и для нас это большая трагедия. Congrats. Thank you. Очень растроган и очень рад, конечно же, Ремко этой победе. Важна она была для него. Ну что ж, Афини, Асгрен и Эвенпул. Тройка призеров чемпионата Европы мужской элитной гонки с раздельным стартом. Ну что ж, на этом наша сегодняшняя трансляция с чемпионата Европы подходит к концу. В субботу и воскресенье давайте встретимся вновь и посмотрим уже групповые гонки в элитном классе. Вначале у женщин, суббота, затем воскресенье у мужчин. Ну а на сегодня день велоспорта на шоссе еще не завершен. 18:15 по Москве, 17:15 по Центральноевропейскому. Шестой этап тура Польши из Закопане до, в принципе, того же самого Закопаны, но отдельное местечко под названием Кошльешко. 160 километров на нашем первом канале Евроспорт 1. Не пропустите. Ну а это наша трансляция потихоньку подходит к концу. Для вас работали звукорежиссер Григорий Тульчинский, ваш комментатор Атар Мамучашвили. До новых встреч!